сборная Финляндии, на втором месте норвежцы, австрийцы и немцы. Вот эти четыре команды, они уже так заметно оторвались от преследователей, что, в общем-то, и следовало ожидать. Я уже в самом начале назвал, что именно эти команды самые реальные претенденты на медали командных соревнований в двоеборке. Ой-ой-ой, грубую ошибку сейчас допустил представитель Казахстана Александр Гурин. Очень неприятное падение. Но, похоже, со спортсменом все в порядке. Да, он успокаивает тренеров. Вот его завалился он влево, и не удалось ему скоординироваться. И давайте еще раз посмотрим. Вот у него лыжа одна идет вниз, и, соответственно, это стало причиной падения. То есть, конечно, тут в техническом отношении серьезная ошибка. Александр Гурин. Ну, естественно, за этот прыжок он ничего не получает. Я уже говорил, что команда Казахстана очень молодая.